Это было везде. Ладно, все, я начинаю. Я не дам. Ожидай, ты мне трансляцию включи, пожалуйста. Нет, ты должен мне верить. Потом на запись посмотришь, там просмотры, всё такое. Нет, просмотры, я потом посмотрю все равно. Ну что, давайте. Дай, пожалуйста, трансляцию. Прерванка или бойню. Да, нет, не хочу трансляцию. Трансляцию, давай, включи трансляцию мне. Нет! Давай! Ладно, давай, расширю. Нажми, пожалуйста, на кнопочку, для тебя это не сложно. Ну, это, еще раз. Я и так жду ответа. А, ну, пригласи. Вот, недоступно, спасибо. Окей, я смотрю. Так, выстрелить? Все. Давай. Нам еще не загрузить. Сейчас закажу, когда загрузимся. Все. Пошел экран. Не, подожди, еще черное. Первый банк или бойню? Что? Бойню, а, давай. Знаешь, у меня бой. А, нет. У меня... Ладно, так, давайте посмотрим, что же нам выпадет в бойне. Дигл, штурмовая волна, дробовик Джадж, Френзи, Бронко. Ты Дигл офигенный. Лук, Блад Драгон, так. Вот Максу Дигл дропнулся, а мне этот, ну, кстати, в этом Слотерхаусе еще более-менее скины. У меня дропнется Драгон Лорд, это все знают. Драгон Лорд, да. Да. Ладно, все, я... Знаешь, огнемет Драгон Лорд. Огнемет Драгон Лорд. Так. Ну, поехали. Ресейф. Не понял. А, все. О, давай. Ну, На мне есть. Ладно, ясно, понятно. Чего? Ну, сейчас все увидите. Я не увижу. Как? А, там же заторможенный, даже не спойлери. Теперь у меня есть Дигл. А, нет, он нормальный, скажем. Вот, закаленный... знаешь, подождите, радуйся, тут ты... есть еще, типа, закаленные в боях, вот это... Да. О, блин. Это самый плохой. Я угадал? Я знаю, да? Самый дерьмовый еще более-менее Дигл. Я сейчас посмотрю, типа. Макса лучше был, хотя у него там предпоследний был. Я знаю. У меня он был второй. Я всегда помню. У меня почти закутывал. А, да, кстати, у скинов-то поменяли теперь это раскраску. Теперь они стали более поношенными. Боже. Я вот на снайперке заметил. Ладно, давайте теперь первый банк. Итак, открыть сейф и там... Что-то... Только не говори, пожалуйста, я на трансляции. Да, конечно, не буду. Вау, иди на... Просто между. Мы еще за деньги их открывали, представляешь? Поношенные. У меня есть один. У меня есть спутник сейф тоже. Ха-ха-ха-ха-ха. Что, не говори, посмотри. Че, выпал, не погружается, Стив. Просто обосрись. Это просто обосрись. А там рядом калашик был. Там между Танатосом и калашом. Танатосом дешевый. Калаш дорогой, он сотку стоит. Охереть. У меня есть еще спутник сейф. Ты будешь тратить на это деньги? Нет, я не хочу, он слишком много стоит. Не, на торговом не дешевле, рублей на 30 стоит. Так, а теперь надо эти скины опробовать. Так. Ну, не опробовать, а глянуть, что там. Опробуй сейф. Подожди, у тебя два пистолета, вообще ужас. Дигл, так. Ай. Так, что, все правильно, Кипа? Подожди, давай. Их заново закупать? Подожди, go trade, у меня есть этот... Нет, бронко я не буду кидать, у меня пистолетов мало, я тебе могу кинуть, знаешь что? Либо Маскони, либо Кларион, в обмен на Дигл. Ага, ну... Они тоже по качеству синие. Погодите, применить камуфляж, сейчас. Так, он у меня два скина прямо с завода. О боже. Так а зачем ты новую купил? Потому что они мне нравятся. Ну... Ты на старый мог. Мне деньги некуда девать. Ладно, ты на старый мог. Осталось немного. Хорошо, я лох. Это было громко. И типа... Так. Плюс 13 патронов, плюс 7 урон. Ты про что? Да, Дигл смотрю. Нормально. Так, а пистолет мне какой там выпал? А, Грубер. Грубер Круз. Которым никто не бегает, но окей. Вау, красота какая. Боже. А что у тебя звучало в голове в этот момент? Драгон Лорд. Да нет, я имею в виду, вот когда ты говорил, о, Грубер Круз, вау, что у тебя было на самом деле в голове? Грубер. Во время открытия или когда уже вешал камуфляж? Когда уже вешал. Вешал камуфляж, когда просто пытался вспомнить, что за пистолет. Ладно. Ну вот, вот такому красавцу вот. Так.
Так, у меня есть одна копейка, я себе ничего не могу. Но я просто смотрю, если мне что-то хорошее выпадает, когда я это продаю из любой игры, кроме Payday. А нельзя заново сейф открыть? Ну, вот в первом банке. Тут так нечестно. Ты можешь продать себе что-нибудь другое купить. Да. Если хочешь, можешь мне отдать. Там есть, знаешь, там есть хотя бы, знаешь, что? Там есть... Вот какой твой грубер по качеству? Поношенный. Поношенный, броклин, да? Он стоит 1.5 рубля, ты можешь купить себе... Я тебе скажу, там что-то должно быть. За 80 копеек такого же качества Маскони 12G Wolf Ornament, короче, который Макса дропнул. Еще бы я скины для Payday начал покупать. Нет, ты продавай свой старый, покупай новый. Блин. Тебе жалко 80 копеек. Короче, эпилог. Никогда не надо покупать дрели в CSGO, хотел сказать, в Payday. Только и в CSGO тоже. И в CSGO не надо. Только если ты не такой удачливый, как я. Ну, Бруник, спонсор открытия кейса. Он там, наверное, купил уже. Удачливый, как я забыл кейс, я